Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу, по моему городу, Васильевский остров. Я тут как-то бродил в районе Академии художеств, зашел в садик, и здесь стоит памятник Клоту. Петр Карлович Клод, выдающийся русский скульптор немецкого происхождения, повлиявший на архитектурный облик Петербурга. Памятник Клоту первоначально был установлен без разрешения в мае 2006 года. И приурочен 200-летию со дня рождения скульптора. Официально был открыт полтора года спустя, в день 250-летия Академии художеств. Клод изображен в минуту творческого раздумья с чеканом в руке, а за его спиной расположена маленькая копия памятника Николая I. Открыт 15 ноября 2007 года. Скульптор заслуженный художник России Владимир Горевой. Вот такой памятник красивый в садике Академии художеств на Васильевском. Все, пока-пока, до свидания.